И к новостям спорта. Волейболисты университета провели стартовый домашний матч финального турнира высшей лиги Б. Соревнования стартовали накануне в краевой столице. Первым соперником подопечных Ивана Воронкова стала команда «Динамо МГТУ» из Майкопа. В первом сете студенты уверенно добились победы со счетом 25-19. Вторая партия также прошла с преимуществом барнаульцев и завершилась цифрами 25-21. Неожиданным стал третий отрезок встречи. Гости сумели стабильно сыграть на подаче и приеме. Именно поэтому победитель в этом сете определился лишь в самом его финале. Счет 25-23. Университет победил в дебютном матче 3-0. Напомним, что в высшую лигу А выйдет единственный коллектив из 6 команд по итогам двухкругового турнира. Следующую встречу наша команда сыграет сегодня против «Нефтегаз-Универа» из Тюменской области. Начало в 19 часов. Вроде начали неплохо и потом начали делать очень много своих ошибок. Очень неровно сыграли доигровщики. Ненашев и Федя Воронков, потому что очень много своих ошибок сделали, которые, в принципе, последний матч они не делали, более ровно играли.